Так, ограничение по багажу 25 килограмм на Air Mexico. Это самая такая в ценовом диапазоне компания. Чуть выше среднего, но больше 25 килограмм брать нельзя на одного человека. Разделять тоже нельзя. Я говорю, давайте у нас трое детей, мы разделим багаж. Они сказали, нет, нельзя разделять. Вынимайте все из чемодана до 25 килограмм. Такие вот особенности. Все, ребята уходят. Так, ребят, проводил семью из Таджикистана. Очень хорошие ребята. Сказали, что сделают нам рекомендации. Вот сейчас они летят в Мехико-Сити, а я иду в терминал номер 2, потому что у меня вылет через 2 часа. Я лечу сначала в Париж, потом в Россию. В России те, кто хочет со мной встретиться, заранее звоните, заранее записывайтесь. С удовольствием с вами встречусь. Так, друзья, подписывайтесь на наш канал. Привет вам из терминала номер 4 аэропорта Канкун. Удачи вам в эмиграции.